Здравствуйте, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. У нас очередная посылка из Турции с детскими летними вещами. Начинаем распаковку. Ну, а главный распаковщик, вот. А еще самый главный в садике. Он просто, я боюсь, он затяжек наделает. Ему-то он решил поиграться. Сколько? Они, наверное, просто большие. Они большие, какие-то костюмы. Ты что делаешь? О, видите? Кувыркает. Мы его пытались закрыть в ванне, он открыл. Ой, это большие костюмы. Это зад, это перед. Это для девочек. Так, тут у нас штаны. Штаны придется. Ну, видите, как хорошо построено все. Штаны придется разбирать. Ну, это большие, конечно. Ну, я что-то не поставила. Потому что они тут все одинаковые. Цвет разный. Пакеты эти вот маленькие, я же точно оставляю. Так, костюм номер 2. Ой, это прям так хорошо, девчонки, сшито. Это для мальчика. Для мальчика, да? Вообще, ой, девочки, ткань какая суперская вообще. Ткань плотная такая, хорошая. Прям вообще красотища. И футболочка. Вообще классно. Костюм номер 3. Тут тоже придется собирать их. Ну а чё, вон какая симпатичная. Перед. Ну, перед я потом буду. А перед вот. Все прошито хорошо. Так, на штанах подписано. Это уже для девочки. Это мальчик. Мальчик, а почему? Ты что, не видел? А, это мальчик. Костюм номер 4. Ну, это уже на девочку. Посылка, девочки, 20 килограмм, почти 19-400. Смотри, как он классный. Это уже с шортиками. Шортики отдельно как-то показать. Я нажим. Такая вот футболочка. Со спины белая. И вот такие шортики. Это просто блески. Как-то на сатин, что ли, похоже. Что-то такое. А мы его ворвали. И как раз будет. Чё, как я должна? 2 года. Ну ей как раз он был. 2 года ворвали как раз будет. Иди сюда. Нам что-то. Ой, красненький он такой. Ну тот оставит. Такой же красный. Ой, я уже не знаю, какой 7-й, наверное, по счету. Это, наверное, мальчик, да? Да. Их что, 10 штук, что ли? Ну а что, больше размерный ряд будет? Нет, тот же повторяющий. Угу.
что-то 5-6 лет. Ну а что? А что, одни футболки, что ли? Нет. А, вон что, шорты так. Ой, шортики какие красивые. Двухнитка, наверное, это. Такие плотные вообще. Так, я надо один до Сеньки поменять. Куда их скупать? Так, это девочка. Это джинсовый костюм. О, это на сколько лет? Всего два, что ли? Три. Я вообще-то смотрю на Варьку хотела. Ну, Варвара здесь никак. Не фартануло. Такая тоже плотная джинса. Ну, кое-где ниточки торчат, но это убрать можно. Какой это размер? Так вон Варваре вот этот, наверное, будет. Три. А. Ну, Варваре. Нет, мне кажется, Варваре большой будет. Девочки, у нас Варвара не потому, что она недоразвитая, блин. Она просто маленькая ростиком. Есть же люди ростиком маленьким. У нее вторая бабушка маленького роста, отец, тетка маленькая. У тетки 35 размер ноги. А не потому, что у нее со здоровьем не все в порядке. Ну а что, ну на больших деревьях ребятишек тоже надо. Это сколько лет у нас? Бирки все завернулись, 10 лет. Ну и что, представляешь, на 10 лет. Свободного покроя такого. Ткань такая мягкая вообще. Плотная. Так, еще очередной костюм для девочки. Мне кажется, их везде по 10 штук, блин. Ну, конечно. Разного цвета. А нет. Нет. Ну, это же хорошо. Будет из чего выбрать. Я-то думаю, что так много. Стразами. Не стразами, пайетки. Ну, пайетки. С пайетками. Да, конечно, с тобой играю. Какая красота. Тоже ткань такая хорошая. На 7-8 лет. 122 сантиметра. Ой, лосиночки тоже. Какие прелесть. Пол посылки разобрать. Это красный. Там был серый. Это такой, как первый, да? Да. А ткань прям нежная такая. Ткань, девочки, хорошая вообще. Вещи не будут закатываться. Прошито все хорошо. Ну там вот так вот, кстати. Все это отпарим, будет красиво. Я уже устала. Терпи, я тоже, у меня ноги устали. Давай я перекурсим. Сейчас вот этот дадим. Так-то вообще прикольное. Угу. Получше, ну, чем клеенка. Ну это же не в жару одевать, а в холод. Прохладную погоду я имею в виду. Ну, девчонка говорила, что прям клеенка, что пакет типа будет. А я говорю, а я таких два цвета заказала. Вот эту ложку... Внутри-то, чего она будет потеть? Внутри-то продувает все. А есть, как одежду продавали раньше. Сейчас, наверное, такая есть. Одеваешь, она клеенка полностью, все клеенка. Если ты обрежешь это? Да.
Так я начало только был показывать. Ну что, такая ткань-то прям мягкая. Я пока про кого-то один увидела. Не буду уже писать из-за него. Ты про что? Варьке померить, если ей подойдет, я оставлю. Нет, написать надо, скажи, мы уже продать это не сможем. И на нашего ребенка она маленькая. А? Этот Варьке придется тоже оставить. А что случилось? Ну иди поближе. Ты не растягивай. Я не растягиваю. Ну так вроде незаметно. Пошли. И почти все на девочке. Тоже ткань хорошая, приятная. Все ткани девочки плотные, хорошие. Это точно не закатается ничего. Господи. А здесь уже это... Вот здесь вот наклеена, как говорится, аппликация. А это уже ткань такая, лапша называется. Тоже ткань. Давай. Что покрывалось подтолкать? Смахни. А? Тоже такой же костюм. Только желтенький. Нет, это другой уж костюм. Тоже лапша. Странно они как-то этих Микки Маусов и тех ногами, и так они... Уйди отсюда. Давай. Сзади просто белый, да? Нет, это девочка. Тоже штаны лучше. Ну, у них у всех практически такая. Ну, а что, хорошая ткань, приятная. Ну, мне кажется, Варьке маленький. Конечно, это мало маленькая. Маломерка. Два года. На 92 она. Все складывается. Это мальчик. Ого, это на тебя. А что, можно мне оставить? Да. Это футболки, по-моему, только, да? Да? Футболки для мальчиков. По дому ходить. Ну, а что, классная он какая. Да почему по дому, на улицу? Их два вида. Посмотри, как он порвал этот. Иди отсюда. Да посмотри, что. И Сеньке тоже оставить. Кулак завершил, потом остались там одни футболки. Что-то не размер, вроде смотрела, маленькие. Это перед, сейчас зад покажу. Вот
все последнее. Тоже ткань плотная. Но девочки эти вещи точно не будут закатываться. Тоже симпатичненько. Тоже ткань девочки хорошая, такая вообще. Она не толстая, но она плотная. Ой-ой-ой. Вот такая, девочки, гора одежды опять пришла. Все, девочки, идет на продажу. Цены будут все в ВК. Ссылка на ВК в описании под видео. Делайте заказы, девочки. Помогайте этим нам. Может, кому знакомым надо какую-то одежду. Ведь такую яркую одежду в магазине вряд ли купишь. Так что вы поможете нам этим. Если будете, например, вы просто знакомым предложите. Может, кому-то вещи понадобятся, понравятся. Этим вы нам поможете. Будем ждать от вас отзывов. И очень прошу, помогите нам с продажами, потому что мы, как говорится, на рынке новенькие, и нам еще боятся у нас делать заказы. Но ткань у всех, девочки, у всей одежды очень хорошая, плотная. Я говорю, вот эти вот футболочки, они вроде бы плотная ткань, но она такая, это, не толстая, но плотная. И это уже вещи не будут закатываться. Поэтому у нас просьба к вам такая, чтобы вы нам помогли с продажами. Просто предложите своим знакомым, если вам не надо. То, что люди боятся, нас не знают, поэтому заказов у нас нету. Бронируют, но боятся, что отзывов еще нету у нас в ВК. Поэтому люди боятся заказы делать. Кто-то ждет еще одежды. Так что будем рады, если вы нам поможете. Варвара с садика пришла. Мы ей костюмчик одели. Вон это маленькая с браком, резинка отпечаталась. Ну, мы оставим ей. Так, ну-ка, дай я посмотрю, баба размер посмотрит. На 2 года. На 92 сантиметра. Она у нас 93. Ну, уже, наверное, 4. Вот она красотка, моделька. Ну, ладно, в садике есть костюм. Один. Симпатичный. Красотка, красотка. Давай другой мерить. Что, ты уберешь это туда? Да. Ну, иди. Ровненько встань, покажись, покружись. Ну, вот такая. Это на 3-4 года, 104 сантиметра. Чуть-чуть он и длинноватый. Ну, красавишно, красавишно. Ну, есть штанишки как раз по размеру, по ширине. Ты сладкая? Сейчас давай еще один костюм померим. Да, давай. Катя приехала с города. Сделали распаковку, и она приехала с города. Потом приехал друг там наш, Катин, как друг, семьи. И они съездили, кое-какие продукты взяли. Сейчас покажем. 3 коробки молока. Ну и вот пакеты еще стоят. Что ты хочешь? Чем ты хочешь похвастаться? А я поставила ребрышки. Тут ребрышки, рулька, будет борщ. А то что, собираюсь сварить, собираюсь. Никак не могу. Так, целая сумка он вещей стоит, 2 костюма, как вы видели, в Варваре оставили. Но у меня тут зарядка кончается, поэтому сейчас отключусь и потом. Ну, нет, сейчас покажу одну вещь. Проблема с утюгом у нас. И места у нас, где гладить вещи, нету, только кроме вот этого стола.
И Катя решила купить вот такую штуку, отпариватель. Она его уже попробовала, он все отпаривает. Вообще прикольная штука. Ей очень понравилось. Не надо мучения с этим, потому что утюг мы купили, и он потом чуть маленько попозже, он стал бежит, оттуда ржавчина всякая, и где-то сплавить можно. А рисунки, вот эти вот наклейки заровские, они... Их нельзя гладить. Ну, и в принципе, и не надо гладить, они не мнутся, но все равно неудобно. Ну, вот и глажка, отпаривание тут. Варвара, ну все. Можно как утюг пользоваться. Как утюг. Ну, она уже попробовала, мне кофту вот эту вот отпаривала. Махом 2 секунды и готово. И этот... Пробовала костюмчик прям на весу. Красота вообще. Ну, такая штука у нас. Где-то брала ее? На Озоне? ДНС. ДНС была? Да. 2500, так кажется. Да. Это на акции еще была, да? 3 с лишним, я уже не помню. Вот такую штуку мы приобрели. Это у нас утюг совсем. Купили вроде хороший, он с самоотключением. То есть, если его оставил, он сам отключится. Но вот бежит с него все. Думаем опять утюг покупать, купили вот эту штуку. Мы не гладим сильно вещи, и нам и нечего гладить, только вот Варварины, там Данькины футболки, Сенькины. А это повешу, быстренько отпарил, и все. Ну, красота. А ты там что уселась? А следок откуда взялся? Откуда вывалился? Ты все костюм убрала? Да, все там сверху, все положила. Тебе костюмы понравились? Костюмчики, да, понравились. Она кружилась. Ой, блин, уронила Катя. Вот эти чуть-чуть ей длинноваты, но только-только по размеру они. Мы их оставим, значит. Ну, ну хорошо он ей костюм. 104 размера у него. Чуть-чуть, но он это... Варвара. Там костюм упал под ним. Мою... Я камеру взяла в руки, синий из-за компьютера вылез. Потому что 7 минут осталось времени. Здесь закупка, плюс молоко, там еще лук и картошка, пакет один стоит. Плюс вот это на рынке было куплено, это в нашем магазинчике. В Майке отдала Катя 3500 рублей, 300 с лишним рыба, 216. Вот этот орехи в глазури очень вкусные. Морковь. 300 с лишним морковь, лук и картошка. Там что-то 700 рублей, Катя говорит, дала. У нас морковь есть домашняя, я показывала, что она сухая. Но я все равно режу ее. А так это иногда Варвара хочет, она сочная. Мы уже морковь подорожала, 110 рублей стало. Так, взяла на майонез. Помните, когда мы последний раз покупали, говорит, куда он столько майонеза? Я сказала, месяца на два, но уже март месяц, майонез закончился. Это все она купила, вот это вот. А, это тоже на рынке она взяла. Молоко. Молоко плюс майонез. Вот такие скрупсы. Первый раз новинка. Хрустящие в шоколаде. Я попробовала, вкусненькие такие. А это гречневые в белом шоколаде. Ну, сейчас будем пробовать, типа, это. Эти-то я уже открыла, посмотрела. Вот такие вот с медом медовые. Луны и галактика. Хрутка и хрутка. Это уже шарики. Это им на завтраке. Сыр. Хотя у нас сыр есть тут, но он не плавится совсем, девочки. Крендельки вот такие вот. Вкусные. А зачем крендельки эти? А я никогда их. Огурцы, наверное, рублей по 280, да? Ну, это не было, говорит, огурцов. Взяла сколько было. Ну и лук. На рынке, конечно, дороже, чем в магазине лук, Катя. Вот такие вот, девочки, покупочки были. Ну и Варвару с обновочками. Два костюмчика ей. В садик. А с этим что? Шов моего. А, ну да. Ты хоть тут протерла, кладешь, блин. Тебе не темно будет? Нет. Жарю внутреннее свиное сало.
и режу свеклу. А то я ее пластинками нарезала, а соломка нет. Она так засохнет весь сок. Так, надо время уже много. Ой, стреляй. Соломочка. Сало стреляет. Еще одну луковочку порежу. Ой, как оно. Ой, стреляет. Куда ты дальше отвлекаешься? Пошли с ума. Все, я борщ сварила. Не знаю, девчонки, у меня мама никогда не варила борщ. Даже не знала, что это такое, как говорится. Опять полную кастрюлю, тут еще вон зажарка осталась. И вот здесь вот, ну это вот косточки, а здесь вот мясо с ребрышек я оставила. И завтра отварю вермишельку и туда мясо добавлю. И еще будет гречка, наверное, с овощами. Ну, на вкус вроде ничего. Не такой красный, но и мне не важно, чтобы он был красным. Мне важно, чтобы он был вкусный и на борщ похож. Все, девочки, такое видео сегодня было. На этом будем прощаться в этом видео. С вами встретимся, с вами в следующем. Всем пока-пока.